Так, сыры мои стояли ночь на окне. Сейчас будем пробовать. Так, вот отсюда достаем. Один. И второй. Так, освобождаем от марли. И получаем вот такой кусочек сыра. Ну, не знаю, грамм 250 тут есть. Так, и вот этот у меня другой. Я сюда добавляла перчик. Так, разворачиваем. Этот получился у меня вот такой. Перчик, сыр. Сейчас будем пробовать. Я как раз сегодня встала утром рано, но из-за того, что у меня сыры на окне, думаю, их надо же в холодильник ставить. Так, режется хорошо. Вот в серединке у меня такой с перчиком. Так, на вкус. Вкусно. Так, и попробуем этот. Так, этот я попробовала с перцем. Перца можно было бы побольше сюда прямо добавить, этого чили, чтобы он такой был, этот остренький. А этот просто у меня соленый сыр. Но соли можно было бы и побольше насыпать. Вот такой режется хорошо. На булочку, на завтрак очень вкусно. В общем, мне понравилось. Рецепт простой, можно сказать, быстрый и вкусно. Будем завтракать. Хранить я сыр буду вот в такой емкости тупервары. Закрою крышечкой и в холодильник.